Тем временем блогеры восхищаются вьетнамской архитектурой. Сумасшедший дом в Далате недаром вошел в десятку самых странных зданий мира. Каждое строение в нем уникально, каждая комната неповторима, как и история его создания. Придумала и построила этот отель Данг Вьет Нга, дочь Чьонг Тиня, генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама. Имя говорящее. Вьет – это коренная народность Вьетнама, а Нга – значит Россия. Данг Вьет Нга родилась в Ханое, но прожила в России 14 лет. Училась в Московском архитектурном институте, защитила кандидатскую диссертацию. По возвращении во Вьетнам работала в родном Ханое, много лет занимаясь проектированием зданий по заказу государства. А в 1990 году поселилась в Далате и начала здесь строительство своего любимого детища под названием «Лунная вилла», задуманного как гостиница для влюбленных. Миссия здания – вернуть людей к природе, во многом уничтоженной предыдущими поколениями. Поэтому архитектура виллы перенасыщена элементами растительного и животного мира. Пещеры, корни деревьев, лианы, лабиринты. Сплошные изгибы и переплетения – разительный контраст с типичными вьетнамскими домами. Местные жители, кстати, много лет были уверены, что в России именно так и строят. Все это не только невероятно, а еще и очень красиво и романтично. Знаю, куда поеду в свадебное путешествие. Округлые формы и полная непредсказуемость, укромные уголки и неожиданные повороты, спуски и подъемы то и дело заставляли первых гостей восклицать «Crazy House», что в переводе означает «сумасшедший дом». Название прижилось. Сейчас все 10 номеров отеля сдаются для проживания по цене от 50 до 100 долларов за ночь. Какие места на Земле вдохновляют вас, уважаемые зрители? Расскажите всем на сайте телеканала «Мой город». А записавшись в наши новостные группы ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере, вы всегда будете в курсе самых последних городских событий. До свидания.